Короче говоря, бессонницу. При поддержке группы Vine Video. Всю неделю меня мучила бессонница, а завтра важный экзамен, так что нужно было лечь хотя бы в 12. С трудом оторвал себя от сериальчика, пошел готовиться ко сну. Почистил зубы, потупил у зеркала, готов. Лег в кровать, закрыл глаза. Прошло полчаса, по ощущениям. На деле прошло 5 минут. Ущипнул себя, все верно, я так и не уснул. Наверное, это все яркий свет. Выключил его, слишком страшно. Включил, слишком ярко. Выкрутил одну лампочку, о, вроде нормально. Лег обратно, слишком жарко. Раскрыл ногу, слишком опасно. Накрыл обратно. Нужно посчитать овец. Одна овца, две овцы, три овцы. Интересно, а сколько всего овец в мире? О, ну все. Подъехала фура с бессмысленными вопросами. Слишком нагрелась подушка. Перевернул на другую сторону. Кайфанул. Вспомнил, что мне нужно поскорее уснуть. Посчитал, что если уснуть прямо сейчас, то просплю 7 часов. Это идеально. Почувствовал на пальце заусенец. Нужно избавиться. За специальной штукой вставать лень. Придется зубами. С первого раза не получилось. Со второго тоже. С третьего удалось. Удалось создать открытое кровотечение. Ну знал же. Теперь точно придется вставать за медикаментами. Отлично. С перевязанным пальцем спать куда лучше. Уже 3 часа ночи, а я не сплю. Если я усну прямо сейчас, то просплю 4 часа. Но должно хватить. Может, я лежу не по фэншую? Положил подушку на другую сторону. Жду. Что-то не сработало. Может, пожрать? Та не, еда перебьет весь сон. За минуту я уже стоял у холодильника. Наелся. Теперь точно усну. Через полчаса надежды рухнули. Я все еще не сплю. Может, почитать? В школе всегда срабатывало. Зашел на Википедию. Открыл скучную научную статью. Прошло 10 минут. Надо же, а я и не знал, что байкальская нерпа живет 55 лет и ныряет на 200 метров. Так, все. Закрыл Википедию. До утра осталось 3 часа. Блин, сейчас бы послушать лекцию нашего препода по философии, уснул бы хоть стоя. Решил попробовать еще один метод. Открыл видос, где тупо зевают люди. Увидел 3 запущенных зуба, но никакого желания уснуть так и не увидел. Походу спать сегодня не суждено. Наверное, уже проще не ложиться, тогда хоть не опоздаю. Скоротать 2 часа это я могу. Включил сериальчик, это было кайфово. Почему я раньше так не сделал? После первой серии что-то начал зевать, на улице уже светлело. После второй я зевал как бегемот. Ну ничего, через полчасика уже выходить. Еще одна серия, я собираюсь. Вижу, уже плохо. Поэтому надел разные носки. Пошел на остановку. Коль я не сплю в такую рань, грех не попонтоваться. Сфоткался в Сперсе. Всем доброго утречка, иду на экзамен. Главное прийти вовремя. Нужно занять толковое место. Сел ждать автобус. Разбудили меня в 11:30. Прохожие чуть не вызвали скорую, думали, что я помер. Короче говоря, бессонницу. Ребят, всем привет! Если вам понравилось это видео, обязательно поставь большой пальчик вверх и подпишись на наш канал. А также подписывайся на наш аккаунт Сперси, там будут эксклюзивные фотографии с нами. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока!